попробую максимально показать, чтобы было видно. Всем привет, дорогие подписчики. Дальше покажу видеообзор кораблика. Получили вот такой кораблик. Новая моделька этого года. Пусть на одну руку получается. Загрузочный лоток большой. В предыдущих сериях были меньше, они, получается, были уже. Это именно такой большой, действительно такой размер. Тут 1,5 килограмма каши точно будет. Новинка этого года с индикацией, то есть показывает полностью заряд батареи. То есть в случае, если вы уплывете на корабле, да, не будет такой ситуации, что он потом не вернется. Можете контролировать все время заряд. Ну что, давайте испытывать. Загрузим сразу. Я сделал имитацию прикормки, ну, чтобы не пачкать. Положу сюда травки. Потом ее выкинем, рыбы съедят. Корабль включили, можно включить свет. Ага, пульт. Пульт включается здесь. Вот включили свет, подсветочка. Так, ну, вперед. Контролируйте одной рукой, очень удобно. То есть одной рукой держа удочку, второй рукой контролировать. То есть это вообще шикарно. Это лучше, чем, знаете, вот держать в двух руках, а как удочкой, то есть, ну, непонятно. Вот поплыли. Раз на разворот. Раз ко мне. Смотрите, какой это. Регулируется все одной рукой. Назад. И погнали. И когда вам надо. Смотрите, скорость какая. Нормально. Немножко сейчас подплыву ближе, потому что задний ход даю, потому что не видно будет на камере, как он выгружает. И выгружаю. Оп, высыпало. Видите, прикормка. Все. Дальше плывем на базу. И регулируйте. Опять же, повторюсь, одной рукой намного удобнее, чем держать пульт в двух руках. Ночью тоже удобно. Видите, какая подсветка хорошая. То есть будет видно корабль. Вот такая моделька. Далее достали. Шикарно. Аккумулятор здесь, прорезиненная здесь прокладочка, то есть оно поджимается. Все, водичка сюда, там где аккумулятор, тоже не попадет. Выключается все тоже просто. Раз. Одной кнопкой, видите, свет включили, выключили подсветку. Сброс, выброс, задний ход. И также все делаете еще пультом. Смотрите. Влево один, вправо другой. Вперед два. Вот такой кораблик. Есть прорезь для лески, для нити. Тоже удобно. Также есть флажочек. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!